на вот этом качке полностью отлетел предохранитель. Мы решили заменить полностью вместе с проводом, поставить немного другую систему. Сейчас раскрутим и посмотрим. Будем обрезать кабель и заводить новый. Тут он был завязан на узел и запаян. Новый будем ставить вот такой. Здесь не проблема. Точно так же, как и там, сделаем узел и распаяем все это дело. Но перед тем, как сделать узел, повесим термоусадку. На выходе будет термоусадка. Кабель будет 3 метра. Решили немного сэкономить на длине. Узел готов. Разделяем и запаиваем. Так, для начала срежем термоусадку. Подготовим термоусадку для спаивания минусового провода.
немного флюсика. Ну и, собственно говоря, намотаем припой. Возьмем флюс получше. Хорошенечко пропаяли, и теперь термоусадку на клеевой основе. Заводим второй край еще дополнительно. Собственно говоря, финальная часть с самим блоком. Снять. И отпаять плюсовой контакт. Thank you.
Отпаиваем сам провод. Припаиваем наш на выключатель. Главное не перегреть пластиковый корпус выключателя. Делаем термоусадку. Ну и все это дело затягиваем. Ну а теперь, собственно говоря, вторая часть. Будем также менять вот это ненадежное дело. На заранее приобретенную с запасными предохранителями. Откручиваем сам предохранитель. Теперь разбираем. Это скоба. Пропихиваем проводочек. Чуть-чуть подчистим его. И заводим дополнительно. Ну и вот сюда нам надо припаять плюс. На вторую минус. Паяльник нам пока не нужен.
будем собирать. Готово. Надо перепаять повыше. Делать немножечко плоской ее, горячей. Вставляем в пазик, защелкиваем. Так, теперь вторую. Вставляем. Укладываем. Не хочет становиться. Так.
Так, кольцо. Закручиваем и проверяем на прозвонку. Вроде бы все нормально. Осталось только закрутить сам корпус, да и все.